Горнолыжный сезон в Алматы откроется в середине ноября. Наши булаки с нетерпением ждут похолодания. Искусственный снег здесь производят только при минусовой температуре. А на некоторых склонах можно кататься только при наличии натурального снежного покрова. Цены на активные развлечения останутся прежними, но новшества все же есть. Например, открылась детская комната. Проложили 3 новые трассы. Кроме того, готовят 100 профессиональных инструкторов по горным лыжам. Эти инструкторы придут работать на курорты города Алматы, и, возможно, даже и они поедут искать работу на курорты в области. Поэтому мы будем очень рады, что будет единая система подготовки, и любой клиент, который, начав заниматься, допустим, на нашем курорте, он может продолжить по той же методике, допустим, на курортах Восточного Казахстана. А за прошедший летний сезон курорт посетило на 70% больше туристов, чем в прошлом году. Причем при подсчете учитывали только тех, кто посещал Шимбулак, поднимаясь по гондольной дороге.